темку. Давай по новой. Давай, как говорится, по новой, ребят. Съездил я домой в блок 13. Улучшил немножко дробовик. Теперь у нас он... Насколько на 260? И теперь я его могу улучшать только чисто с помощью этого, как его... золото. Не золото, а металл, который я находил там в пещере. С теми чужими. Ну, то есть обычное железо ему уже не подходит. Обычное железо ему уже не подходит. Все, давайте попробуем сейчас зачистить здесь все. Аккуратно. Аккуратно попробуем зачистить все. Так. Ля-ля-ля-ля, бежит волосики назад. Хочет кусь дяде сделать, да? Блин, хорошо. Я хочу... Я хочу, чтобы дробовик у меня где-то на 400 был. Было вообще шикарно. Так, лабиринт, лабиринт, лабиринт. Не спеши. Хорошо. Здорово. Во. Хорошо, да, отлетаешь? Тихо, тихо, тихо. Еще. Бонжур. Так, патроны для пистолета, отлично. Стой. Кажется, у меня проблема. Стой. Надо идти в здоровье. А, плюс еще броню немножко себе улучшил. Крапулечку. Плащ улучшил и этот, как его, сапожки, маску. Ага, вот нам сюда, правильно я понимаю? Привет. Привет, привет. А снизу, наверное, мы просто лутали с вами. Насколько я понимаю. Блин, а когда улучшил дробовик, немножечко полегче стало. Не знаю, может, вас, конечно, дробовик уже и достал, но это самое мощное, пока есть оружие из того, что у меня есть. Так. Окей. Блин, надо в пабк себе такой скин и такие пушки. Разработчики, добавьте пару пушек в пабк. Интересных. Где ты? Давай, я подожду. Молодец, умничка. Справился. И не говори. Бомбс. Так, блин, тут что-то пищит, кричит. Все, отдохни немножко. Ага. Это ящик такие, да? Звуки издает. Так, где у нас рюкзак? Вот этот вот кованое железо. Теперь с помощью него мы можем улучшать свой дробовик. Только с помощью него. У нас очков навыков не, пока здесь нету. Блин, сколько всего здесь? Эдар хранителя и... Давай, наверное, по полной по здоровью себе сделаем. И пойдем. Хранитель, ты тут? Так, контрольная точка. Ага. Отлично. Давай сохранимся. Пополнили запасы. Хорошо. Так, тут кто-то есть? Нет, тут никого нету. Найди мне найти хранителя. Окей, побежали. Так.
Это так не работает. Ну все, может, хватит с монстрами. Ага, где ты? Пёсель? Пёсель, ты где? Ну, пёсель, я уже сохранился, так что мне не страшно. Мне уже не страшно. Здорово. Здорово. Все, молодец, умничка, вылез, проверяй. Лучший охранник месяца. Блин, и забрать. Вот, да, у вас тут ничего нельзя. И забрать у вас тут ничего нельзя, я смотрю. Так, где ты? Весель? Ага. Ты чё? Падла, 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 падла. А, стой, 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 стой. Ладно, а я сохранился. А я сохранился, а мне все равно. Во. Бедолага аж упал. Хорошо, ладно, идем. А мне все равно, а я сохранился. Так, идем, не спеша. Идем не спеша. Надо не попадаться к ним вплотную. Так, ну ты же где-то тут ходишь, да? Алло. Барабанщик. А я такие, извиняюсь, как они меня находят? Ты понимаешь, что я не самый тихий парень в этой деревне? Да-да-да, попал, проверяй. Кажется, попал, проверяй. Ну, песель, давай. Давай-давай-давай. Минус один. Давай. Минус два. Все, 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 все. Меня здесь нету. Да честно, меня здесь нету. Не, еще не все. Еще хочешь? Пёсель? Один. Где-то второй здесь ходит. Справился. Нет, еще. Еще не справился, еще где-то тут ходит. Все. Теперь вроде справился, хотел сказать, но. Но нет. Блин, я меч свой не качаю. Самое печальное, что я не качаю свой меч для ближнего боя. А мне бы тоже где-то на 300 прокачать бы урона. Но как тут прокачаешь, если здесь постоянно эти вот мутанты. Боссы, мини-боссы, с которыми приходится сражаться. И обычным оружием их не взять. И даже не подойти близко. Так, кто-то бежал или мне показалось? А мы долго еще в этом лабиринте ходить будем? Если честно, я думал, ну, игра максимум часа на 3-4. А мы с вами уже записываем... Даже не знаю, сколько. Это, по-моему, 8-я будет серия. Угу. Еще какая-то дверь вниз, да? Ладно, ладно, пошли. Серьезно?
тут опасно, убейте врагов поблизости, да? Хорошо. Where are you? Давай. Та ты шоля. Бластер, шмастер. Иди-ка ты сюда. Иди-ка ты сюда поближе. Что? Железо, железо. Но-но-но. Тихо, стой, 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 стой. Все, могу сохраняться или нет? Все, да? Или еще не все? Пёсель. Пёсель. Ага, ты сверху, да? Ты меня обманул. Пёсель меня обманул. И одним кусь снес мне пол хп, понимаешь? Я прокачу свой скин. Ну, то есть у меня уже броня на 45. Здесь 52 броня, здесь 23. Ну, то есть, как бы... Где оно? Где вот эта броня? Так, Б, назад. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Ага, и вы заново, да, появились? И вы, падла, заново появились. Как это так работает? Ты сохраняйся, чтобы, к примеру, передохнуть. А они, падлы, заново все возрождаются. Бред какой-то, полнейший бред. Все. До побачення. До побачення, до побачення. Тихо, тихо, тихонечко. Ну, откиснуть ты не хочешь? Говорится, откиснуть ты, падла, не хочешь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько можно? Пожалуйста, отстаньте от меня. Но я заслужил уже отдых от этих всех монстров. Я реально заслужил отдых от монстров. Умри, падла. Ну все, отстаньте. Дайте... Нормально, спокойно пройти уже. Где ты? Я ж слышу, ты винтовку перезарядил. Ага, ты и там, и тут. Ты и тут, и там, да? И здесь. Ой-ой, ёшкин ты. Ты еще и сзади, да? Да, давай, 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 тебя засисю. Все. До побачення. Блин, она еще подтормаживает вот эту вот миллисекунду, когда тебе надо стрельнуть, она подтормаживает вот эту вот...
ту самую миллисекунду. Да. У нас патрошков мало. У нас мало патрошков. Боже, это еще что? Ой-о! Я аж перестал попадать. О, справился. От удивления. Да еще не. Ля-ля-ля, и убегает. Падла. Не к добру это. Да, у нас последняя аптечка осталась. Ну, точнее, ее уже не осталось. Мы ее всю заюзали. А я так понимаю, что это даже еще и не серединка. Все, минус. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там что-то снизу было. Серьезно? У тебя гранатомет? Да. У него гранатомет. Комбо. Ой-ё, все, это конечно, да? Да, это все, конечно. Он меня прострелил. Ну сколько можно, игра? Ну пожалуйста. Ну ты достала, ну реально достала. И все заново, понимаешь? Сейчас все вот эти вот ТП, сейчас все заново будут. Зачем так делать? Не понимаю. Я уверен, что где-то половина игроков, наверное, уже давно удалила эту игру. Только вот из-за таких... Да-да-да, вот только из-за таких моментов. Мне что-то так кажется. Просто чем больше ты отказываешь, тем меньше мне хочется в нее играть, и ты начинаешь на нее забивать и совершать ошибки. Начинаешь совершать ошибки. Класс, еще неприятности. Ну да. Ку-ку. Кукусики. Так, где? Где ты? Вторая где? Ага, еще. Все, хорошо. Одновременно выстрелили. Так, все, адреналин. Отлично. О! Ящичка. Пока и остается, что лутаться, да? Только не вреши. Ду-ду-ду. Скажи, только не ври, что ты сейчас откиснешь. И мы как раз откисли. Ни разу не попал, да? Понял, ладно, побежали. Отстаньте от меня, пожалуйста. Вот скажите честно, вот вы играли в эту игру, если да, то как вам? Что ты откисаешь постоянно, нету сохранения. Нравится? Как в этом, как реклама. Знаете, посоветовали вы бы нашу игру своим друзьям.
Тихо. Тонечка. Ну давай, выбегай. Выбегай. Если бы еще знал бы, куда бежать бы, было вообще бы хорошо. Угу. Да. Ладно, мне уже пальцы, блин, мышку тыркать. О, справился. Да не справился, а еще их знаю сколько тут. Так, это контрольная точка, да? Мы вернулись. Да, мы вернулись к контрольной точке. Нам вообще в другую сторону. Мы справились только на этой локации, а дальше еще там есть. Я бы, конечно, сейчас бы сохранился. Но как только я сейчас сохранюсь, они появятся заново все вместе. Во-во-во, да-да-да. Справились. Говорится, справились, проверяй. Ля, оно еще прятаться умеет. Ну и что, зайчик, ты еще и прятаться, да, умеешь? Черт. Так, что это супер-пупер босс? А можно мне не откиснуть, пожалуйста? Можно мне, пожалуйста, не откиснуть? Да нормально, нормально. Ты что ты задумал, а? Ты что это такое, падла, задумал? Ля. Пищит, трещит. Хилься, 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 пожалуйста. Пожалуйста, не-не-не-не-не, отстань. О, как же вы меня бесите. О, справился. Не-не-не, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Вообще не говори гоп. Бля, тут что, гранаты, гранатометы. Так, тяжелая вода. Что это такое? Тяжелая вода снимает эффект облучения, повышает сопротивление радиации. Ага, вот она что. Окей. И что это повышает скорострельность оружия? Давай. Отлично. У нас сейчас с вами еще по адреналин был бы. Вообще было бы хорошо. Так, где оно? Вот оно. Ого, слышишь? Расстрельное оружие реально повышает. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. На-на-на-на-на-на-на. Фу-фу-фу. Так, тихо. Нам дали повязку какую-то. Что за повязка? Куда бежать? Нет, отстань, пожалуйста. Так, кстати, этот звук мне не нравится. Совсем не нравится. Нам дали какую-то повязку. Да, оно еще прячется. Падла, нет, 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 нет. Это реально не смешно. Нам, нам за повязку дали. Так, повышает здоровье на 20%, а скорость восстановления здоровья на 0.
Так, а здесь у нас что повышает получаемый урон? Давай на здоровье, да? Ля, сколько на здоровье сразу появилось. Ля, сколько у нас сразу здоровье появилось с вами. Диану. Где это тело? Нелегко было. Так, блин, а нам в любом случае их нужно убирать. Они же нам не дадут спокойно пройти. Они же не дадут нам спокойно пройти, да? Так, хорошо. Хорошо. Хороший мальчик. О! Боже, это еще что? Блин, я такое чувство, что я что-то убрал, что они сразу не отбиваются. Так. Повышает максимальный боезапас для оружия. Ага. Повышает урон на 300, увеличивает весь на 7 урон на 15. Черт. Так, радиация, ага. Радиация, хорошо, наверное, о, давай. Справился. Боезапас. Так. Наверное, вот так, да, сделаем? Или не? Ну, это у нас повышает... Получаем урон плюс 300, увеличивает вес наносимого урона на 15%. Наносимый урон, я надеюсь, это из дробовика тоже считается, правильно? Ладно, давай выпьем твою... вот эту воду. Побежали. Да. Наносимый урон нам нужен. Тихо. Пожалуйста, пожалуйста. Так, ребят, на этом серия закончена. Все, мне в принципе пока хватило. В следующей продолжим. Так что все, всем пока-пока.